Привет, сегодня обычный сброс пин-кода телефона Samsung A8 на 9 Android. То есть, если забыли пин-код, пароль, либо графический ключ, то данное видео вам поможет. Смотрите, что перед, то есть для того, чтобы убрать этот пин-код, нам нужно сделать сброс настроек. Перед сбросом настроек попытайтесь все-таки вспомнить пароль, так как если вы сделаете сброс настроек, то данные с внутренней памяти телефона удалятся. Если у вас какие-то данные на сим-карте либо карте памяти, то естественно они останутся. Просто достанете их и все. Итак, смотрите, для того, чтобы сделать сброс настроек, необходимо зайти в сервисное меню. Чтобы зайти в сервисное меню, необходимо выключить телефон, но в данном случае он при выключении телефона все равно просит у нас пароль. Что нужно сделать? Нужно не выключить телефон, а перезагрузить. То есть нажать на перезагрузку и затем нажать комбинацию кнопок. Это включение и громкость вверх. Вот смотрите, нажимаем перезагрузить, перезагрузить, телефон начинает перезагружаться и нажимаем включение и громкость вверх. Появляется заставка Samsung. Подержали несколько секунд и отпускаем. Все, у нас появляется значок робота. И спустя, ну, секунд, наверное, 10-15 у нас появится сервисное меню, в котором также комбинация кнопок. Нужно будет выбрать определенные пункты для того, чтобы сделать сброс настроек. Также в сервисном меню можно посмотреть, какая версия прошивки, какая версия Android. В данном случае у нас на телефоне Android 9, версию прошивки не назову, там надо смотреть. Вот. Итак, ждем, пока у нас появится сервисное меню. Вот оно появляется. Итак, смотрим, вот она версия прошивки. И вот у нас версия Android 9. Кнопкой громкости вниз передвигаемся на пункт Wipe Data Factory Reset, вот на вот этот вот. Кнопкой включения подтверждаем. У нас получается, появляется другое меню. И также кнопкой громкости вниз на пункт Yes подтверждаем кнопкой включения. И у нас начинается сброс настроек. И затем появляется то же самое первоначальное меню. Выбран пункт Reboot System Now. Нажимаем его. И телефон начнет перезагружаться. Перезагрузка будет идти примерно, ну, минуты, может, полторы-две. Ну, возможно, быстрее, возможно, чуть помедленнее. И дальше, смотрите, после сброса настроек может быть три варианта. Вот первый вариант, это как у нас на телефоне нет привязки аккаунта, и телефон загрузится. И телефон загрузится после перезагрузки. Никаких аккаунтов, ничего не будет. Второй вариант, это когда у вас на телефоне есть привязка Google аккаунта, вы делаете сброс настроек, и получается у вас потом будет телефон просить подтверждение аккаунта, e-mail и пароль. Если вы их помните, то вводите, если не помните, то это уже третья ситуация, и возможно вам в данном видео, в данном способе поможет видео по разблокировке, ссылка на него будет в описании под видео, либо вот здесь подсказка появится, либо в конце этого ролика вот здесь вот будет как ссылка, видео, значок на видео по разблокировке. Сейчас телефон загрузится, я вам покажу, как определить, есть привязка аккаунта или нет. Да, делается это просто. Если телефон у вас будет просить подключение к интернет либо по Wi-Fi, либо по сим-карте, то, соответственно, у вас есть привязка аккаунта. Ну и опять же, телефон у вас напишет, что был сделан сброс настроек и необходимо подтверждение аккаунта. Если у вас привязки нет, то просто нажимаете «Далее», «Далее», «Пропустить», и затем загрузится рабочий стол. Кстати, видео по разблокировке могут быть разные, потому что в зависимости от версии прошивки, версии Android, ну то есть как одного универсального способа нет. И если у вас именно вот в данном случае обновление июнь 2020, то способ разблокировки подойдет. Если у вас другая модель телефона, другая прошивка, версия Android, то читайте описание под видео, там будет ссылка на плейлист по разблокировке, там представлены разные видео. Кстати, можете также зайти на вкладку «Главное», и там есть у нас плейлист по разблокировке, вот он называется. Вот так вот. Ну и кому видео понравилось, можете подписаться на канал, будем рады новым знакомствам. Также не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Пишите комментарии, если кому-то что-то непонятно, но просьба
прежде чем писать, вы подумайте, сформулируйте правильно вопрос, потому что иногда люди задают вопросы по модели телефона, которая вообще к видео не относится, при этом им даже лень посмотреть и воспользоваться поиском. То есть прежде чем что-то спрашивать, воспользуйтесь поиском. Возможно, способ по конкретной модели уже есть на канале, а вы ленитесь и просто лень вам посмотреть. Поэтому формулируйте правильно вопросы. Если сомневаетесь, то спрашивайте так, как спрашиваете. Да, что-то перезагрузка на минуты три уже идет, если не больше. В принципе, кому лень ждать, можете воспользоваться кнопочкой перемотки и перемотать видео. Так, запускается у нас. Запускается, все запускается. Сейчас появится меню выбора языка интерфейса. Мы выбираем русский. Ну, вот смотрите, кстати, также легко определить, если вот этот специальный возможности пунктик у вас стоит, то, соответственно, привязки аккаунта у вас нет. Так, продвигаемся далее. Пропускаем, далее. И вот здесь, то есть мы можем пропустить, если у вас появится сообщение о том, что был сброс настроек, то, соответственно, у вас есть привязка аккаунта. Смотрите, читайте описание под видео, либо вот здесь подсказка будет, либо в конце ролика появится видео по разблокировке. Возможно, там даже будет два способа. Если будет более новый способ, то будет два. Один, скорее всего, будет с июньским обновлением, а другой с июльским обновлением. Так, пропускаем, пропускаем и продвигаемся далее. Сейчас у нас загрузится рабочий стол, пин-кода уже не будет, но, естественно, и все данные с внутренней памяти телефона удалятся. Ну, удалились уже, вернее сказать. Идем в настройки, смотрим сведения о телефоне. А8, А530, сведения ОПО. В принципе, и все. Кому видео понравилось, еще раз подписывайтесь на канал. Будем рады новым знакомствам. Всем пока-пока. Всего хорошего.